Многие стерлитамакские предприниматели уже в курсе нововведений в законодательстве и начали изучать нюансы. К слову, накануне на бесплатном семинаре генеральный директор компании «Торговый проект IT» рассказал представителям бизнеса, кого затронут новые правила применения контрольно-кассовой техники, как вовремя перейти на онлайн-кассы и в чем преимущество изменений. Данным проектом предусмотрены некоторые удобства для предпринимателя. Это о введении журнала кассира-операциониста и регистрации контрольно-кассовой техники. Это будет все в электронном формате в сети интернет.